В Витебске впервые за последние 7 лет родилась тройня. Родители хотели девочку, а родилась и девочка, и еще два мальчика. Малыши пока под пристальным наблюдением врачей, они сейчас в специальных кювезах, но чувствуют себя хорошо. С именами родители определились: Никита, Артем и Василиса. В семье уже есть двое детей, сегодня они пришли поздравить маму. Я думала, у меня будет только одна сестричка, но... Потом я узнала, что тройня, и думала, две девочки с одним мальчиком. Но оказалось, что у нас два мальчика и одна девочка. Мы просто безмерно счастливы, мы рады. Очень мы ждали. Вот, собрались за третьим, хотели девочку. Ну, ожидаемо было, что у нас будет двойня. Ну, получилось тройня, но мы просто очень счастливы. Поздравления родители сегодня принимали и от председателя Витебского облисполкома. Семье вручили свидетельство о рождении детей. Для самых маленьких еще вместительная коляска и манеж. Главный подарок для всей семьи – пятикомнатная квартира в новом микрорайоне. Выбор глава семьи уже сделал. На одном этаже они займут две квартиры – двух- и трехкомнатную новоселье в ноябре. За прошлый год в регионе родилось 102 двойни, а вот тройня последний раз была в 2013-м. И, кстати, витебские тройняшки – первые в Беларуси в этом году.